Так, хочу рассказать и показать тебе, что я сегодня все-таки купила. Все время в бокале ключи, и я купила такую подставочку. Она не очень устойчивая, но в этом и такая подставочка под ключи. Стоит 100 бат из кокоса. Ароматические такие пирамидки. В прошлый раз я покупала, да, увозила домой. И не могла нарадоваться, это очень классная штука. Зажигаешь, ставишь специальную фигурку, они бывают разные, мы тоже сегодня купили. Это кокос, а это какой-то франк. Нессен, не знаю, сказал это на удачу. Окей, удача нам не мешает. Дальше. Что у нас дальше? А тут, к сожалению, я... Сейчас прям не покажу, что это надо все распаковывать. Сейчас распакую. Так, продолжаем. Значит, вот эти пирамидки поджигаются, они тлеют, выходит ароматический дым. Она ставится сюда. Сверху накрывается статуэтка. И из отверстия выходит дым. В этот раз я купила себе такую красоту. Не помню, кто это, Ганеша или Шива. Сейчас надо загуглить. Насколько я помню, это на удачу. Что-то мне все на удачу хочется. И в этот раз буду ставить вот все-таки вот эту вот тарелочку, потому что в прошлый раз я ее проигнорировала, ставила прямо непосредственно сюда, и это все... Хотя оно и тут все закоптилось, поэтому дело хозяйское. Очень классно. Были черные, есть разные. У нас дома стоит бабушки дракона. Штукой. Так. И я не могла уйти без этих малышей. Насколько я знаю, опять-таки, я буду гуглить. Не буду утверждать сейчас, но, по-моему, это похоже, правда, на наши смайлики. Обезьянка, не вижу, не слышу и молчу. Это такой символ благополучия. Ничего не вижу, ничего не слышу, никого, никому ничего не скажу. Были тоже разные вариации таких фигурок, типа слоны или другие какие-то статуэтки. Не помню сейчас, но мне очень понравились эти. Есть черные, есть золотые. И вот такие вот малыши. За это нам отдали за 450 бат, условно одна стоит 180, ну и дискаунт, короче, дискаунт. Здесь большая статуэтка, были маленькие, поменьше 350 отдавал за 300, а это 550 отдал за 500. А такие наборы, они из разных вкусов, есть очень цветочные, есть очень лимонные, я такое не люблю, но это у нас капонат. А этот запах я затрудняюсь с чем-то сравнить. Но такой интересный. В общем, одна упаковочка стоит 150 бат, две дал за 200. Ну, хороший такой скидон, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что все равно, даже покупая на рынке, я думаю, что где-то я могла купить этот в любом случае дешевле, но это надо было искать, а здесь был такой вайб, что, ну, в принципе, цена такая приемлемая. Но я думаю, можно найти еще дешевле. А дороже однозначно можно тоже найти. Везде можно поторговаться. Соответственно, вот такой у нас сегодня шопинг. Мне очень нравится. Очень хочу побыстрее зажечь. Но мы приехали уже ночь. И, соответственно, зажигать такие лучины лучше днем или под вечер, чтобы это успело проветриться и остался именно аромат, а не только такая копоть, да, потому что все равно это тление, которое лучше в итоге проветрить слегка и останется легкий такой флёр. Причем мне очень нравится, когда я приезжала в прошлом году из Таиланда, это в прошлом году из Таиланда, я привозила с собой разных штук 5 пачек вот таких. И мы их использовали регулярно, практически каждый день, по раз в два мы зажигали. Ну, это такое прям медитативное состояние.
хочется расслабиться под этот запах. Этот запах, он накопительный. То есть я помню, когда они закончились, я их открыла. Открыла, вот долгое время их не было, да, и я открыла какие-то палочки или что-то и подожгла. Где-то я нашла, короче, какой-то остаток, заначку. Меня прям перенесло в то время, когда их было много, и вообще в Таиланд.